Привет, друзья! Очередная рыбалка. Сегодня немножко другая погода. Хорошая, солнышко, но мороз. Мороз градусов 15, наверное. С утра было, может, сейчас уже чуть меньше 11-12. Но в прошлый раз я здесь хорошо половил. Может, и в этот раз что-нибудь получится. Сейчас попробуем. Вот тут луночки сейчас закормим. И попробуем что-нибудь половить. Ну, только отпустил. Моментально поклевка. Еще даже не настроил. Мелочевка. Мелочевка. Пошла с расходом. Так, ну что, клюв начался. Поклевывает. Рыбка есть. Вот она. Нет. Мелочевка.
сразу сходу. Вообще не скучно. Хорошо. Вот это уже получше. Ментально. Не успел опустить вообще. Это совсем малышка. Объедает, налетает моментом. Ну, эксперимент вообще. Вот мотыля почти нет. А тут опарик. А на верхнем один обглоданный, обсосанный мотыль. Сейчас посмотрим, что будет. Ничего не будет.
хороший, свежий. Свеженького, да. Ну, я все равно клюнул. Даже на этот. Попробовать без мотылки. Интересно. Будет клевать. Без мотылка. Хочет свежий кубик. А если один мотыль повесит? Один мотылек. Так. И вот сейчас пробуем. Смотрим. Ну, даже получше тут размерчик. Интерес пропал. Такую вот мелочок уловить. Нужно еще в одно место поехать. Может, там что-нибудь попробуем еще что-нибудь поймать. Так, друзья, поменял место еще одно. Рыбаков не густо здесь. Ну, есть. Ряд тут тоже с утра немножко ловила. Сейчас вроде нет, но попробую, посижу, половлю. Что, друзья? Скучновато. Не ловится ни хрена. Здесь рыбы нет. Может и есть, но у меня не клюет. И вроде и раю, и чертик оставил, и мормышки менял, и кубик, и блестящие, и мотыль, и опарыш. Прикормку разную. Чего-то нет. Тишина. Тихий час. Время уже 1:30. И клёва нет. Я думаю, надо собираться. Хорошо тут сидеть. Тихая погодка сегодня. Солнышко, морозец. Ну, надо ехать домой. На этом, наверное, буду заканчивать. Вот я немножко мелочевки наловил. А то и все.
И больше поклевок нету. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока. А я буду собираться и домой.